Андрюха говорит, что он уже скормил одного опарыша. Но кому, не знает. Ждем. Может, когда-нибудь и узнаем. Третья попытка найти рыбку. Я здесь еще ни разу не был. Ребята были. Будем посмотреть. Вот так вот время, 12 часов. Ветер немножко стих. Есть еще порывы. Мы тут вроде бы как бы сели рядком. Леша сел под линией электропередач. Он заряжает воду и шуруповерт. Аккумулятор немножко подсел. Вот я тут сижу. Лед, кстати, больше метра, да, Андрюха? Метр под льдом, сантиметров 30 еще воды. Будем ждать прихода. Похоже, что вода в данный момент малая. Ну вот, просидев здесь чуть более часа, я видел одну поклевку. Ребята не видели ничего. Сделали несколько контрольных дырок, которые ничего не показали. Допили чай, съели бутерброды. Снова пошел снег. Судя по температуре, он может превратиться в дождь. Поэтому лучше, наверное, спиливать ноги. Место интересное, перспективное, но не на сегодня. Не сегодня. Сегодня полный отказ. Вот так вот. Зато отдохнули, подышали. Такой здесь мостик. Тут вот какой-то ручей. А тут пошел частный сектор. Все застроено домами крутыми. Вот еще раз. Мостик. Сейчас вода прибудет. И весь спущенный лед расползется. Там мы сидели. Все. Пошел уже мокрый снег. Вон, ребята ждут.